Хочу показать вам нашу прекрасную погоду. Только такая молния. А что-то молния без грома. Интересная молния. Дождь. Такую ночью дождь. Сейчас опять плынуло. И кажется, опять без грома. Желтый уровень. На улице плюс 14. Не холодно. Дождяра ночью. Сумасшедший. Прям у меня речка вся. Прям практически полная воды. Легкий ветерок. Я легко одета. Приятно так на улице, знаете. Не холодно и так. Ну, оно такие тучи, кажется. Кажется, что у тебя что-то, знаете. Ну, влажность, конечно. Ну, еще зимнего холода нет, поэтому так. Люблю одеть на себя что-то такое, знаете. Кофе пить не могу, включила только что нашу машинку, потому что на ночь мы выключаем холодильники. Запуск пошел, сейчас этот выключен, сейчас погружу свои Терезе брюшики. Мороженое уже. Все, наверное, в воскресенье приеду, вымою витрину, все закрою, все перекрою. Вчера спросила Стефанию, говорю, ты вечером продаешь мороженое? Она, да, 2-3, 3-4, в общем, это уже просто расход электроэнергии. Так что сегодня поговорю с Абу, скажу, пора выключать. Пора. Терези голоса нема. Захрипла. Это. Меня вызывают из кухни кофе попить. Брюшиков напекла. Смотрите, сколько. 1, 2, 3, 4, 5. Вышли брюшики. Та-ра-та-та-та. Везде брюши. Терези на мама. Тереза. Сеньорита. Ну а черто, ма апри, ма апри, сто кончало. А Ерика тут один увала фары, бизоня аджустали. Что у нас? Печеночка. Была замороженная. Ее тут немного, но получится очень такая, ну, знаете, приличная масса получится, потому что очень много идет лука, который надо начистить. Картошка у меня есть, а лук, вот этот весь лук, вот этот вот весь лук, надо начистить. Ну, тут так, пару килограммчиков, и он еще и мелкий к тому же. Так что чищу лук. Вчера разговаривали с Иришкой по телефону, и она говорит, зачем льется белое сухое вино на мясо? Вот эта кожица куриная, там иногда свинина, они иногда имеют какой-то такой запах, а вот белое сухое вино их как бы обрабатывает, оно все равно испаряется, но такой приятный вкус. Сегодня же у нас печень по-венециански, она же тоже с белым сухим вином. Это у меня маленькое отступление, потому что стою и плачу, лук мелкий, клятый. Тортик рисовый. Ну, в общем, все как всегда. А белое сухое вино. Бьянко. Видите? Бьянко Виталия. Какое есть? У нас вот это в картонных коробочках. Оно самое-самое, что не есть дешевое. Ну, типа как виноградный сок только. С каким-то градусом. Я даже не знаю, сколько в нем. Сколько ж в нем оборотов. Щось я и не бачу. Ну, потому что очки надо. А, 10,5. Видите. Ребята, случай на работе. Стоим, теряем время, непонятно на что. Отпускает Тереза в баре людей.
тут нежданно, негаданно курьер. Говорит, вам говорит доставка. Ну, доставка у нас очень много приходит с курьерами, приходит и моцарелла, и молоко, и все мои мясные продукты. А это новенький, и у него три коробки. В коробках, как потом оказалось, моцарелла ди буффало, которая стоит офигенно больших денег. В общем, каждая моцарелка, чтобы вам сказать, одиночная, стоит 3 евро. То есть на 72 евро три коробки моцареллы. Накладной нет. Есть только фотокопия чека. И написано «Джулио». И на коробках «Джулио», и на этом чеке «Джулио». Ну и Тереза говорит, ставь в холодильник, я, говорит, расписывай, и говори, напиши, оплачено деньгами. И все. Рассчиталась, меня не позвала. Говорит, что она меня позвала. Ну, говорит, ты, наверное, пошла либо скупляться, либо в туалет, ну какая разница. Ты видишь нового человека, ты дождись меня, как ответственно, я посмотрю. Она автоматически рассчиталась, этот курьер уехал. Я иду что-то брать в холодильник, смотрю, у нас на телеге стоит три коробки. Я такая, Тереза, а что это за коробки? Она говорит, курьер привез. Я говорю, какой курьер? Она говорит, я не знаю, а что в коробках? Я не знаю, а ты накладную читала? Где накладная? Беру, накладной нет. А кому оно адресовано? Ты читала? Не, я не читала, у меня люди были, я тебя позвала, тебя не было. Я говорю, как меня не было? Если меня не было 5 минут, подожди, 10. Он был весь такой, короче. Звоню я Вову, так и так. Взяли непонятно что, заплатили непонятно кому. Он говорит, я в 5 минутах езды, сейчас приеду, говорит, разберусь. Ищем по интернету, телефона нет на этом чеке. Короче, наши поиски ни к чему не привели. Ау говорит, это, наверное, в тот бар. Пошел в тот бар, сходил, он говорит, он и к нам приходил, но это, говорит, не наш товар, мы не взяли, молодцы. Я говорю, Тереза, ну ты... Я говорю, а ну смотри на 40. 40 вроде нормальная, моцарелла свежая. Моцарелла ди буффало, это такая большая моцарелла, в такой, знаете, в таком кулечке, в своей водичке, все как положено. Теперь мы уже стоим, ржем, прикалываемся. Абу говорит, Тереза, я за твой счет согласен съесть две моцареллы ди буффало. Я говорю, Тереза, я за твой счет согласна съесть даже 4. Я 4 дня подряд буду есть моцареллу ди буффало. Абу говорит, сейчас начнем продавать крудо, и, ну, хамон и буффало. Я говорю, ага, 3 евро это, 3 евро хамон. Какую цену поставишь? Если б лето жарко, может, говорю, еще бы ушла. Ну, в общем, ищем концы не найдем. Тереза, ке кальона, ке сона, маке да-да-да-да-да-да-да-да. Я говорю, вот так вот. Я говорю, в следующий раз видишь нового человека. Остановила все. Говорю, через 10 минут приедет, через полчаса приедет. Приедет, когда есть начальство. Но сама ты больше ничего не берешь. Я говорю, ты поняла? Поняла. Сейчас стоит, пытается дозвониться. В общем, если эта история закончится в нашу пользу, я вам расскажу. 72 евро, представляете? Обалдеть. Thank you.
Напоминание, печень по-венециански. Большое количество лука на отдельной сковородке. Печень, вы видели процесс. Соль, перец, мускатный орех, красная паприка. Печень обжарилась, немножко присыпали мукой, тогда она не стреляется. И сейчас она выключенная, постоит под крышкой, даст свой сок и покажу результат. Результат нашей печени сочная. Не видно даже, что она с луком. Кажется, что это одна печенка. Что вы думаете? Позвонила я в Неаполь производителю. Нашли мы, кто поставлял эти моцареллы. Приехали, их забрали, деньги в конвертике привезли. Так что все нормально. Оказывается, буффалу надо кушать в день, когда она приезжает. Я говорю, в принципе, дата до 9 октября. Не, сеньора. Если вы ее будете использовать позже, то, как говорит, в пиццу, духовку, а именно свежую, кушается в тот день, когда приезжают. Все. Только начался обед, а печенки уже нет. Собственно, и этого тоже.